Награждение происходило за считанные минуты до начала спектакля, поэтому актеры принимали благодарственные письма от губернатора прямо в сценических костюмах. Молодежный театр открылся в Волгограде в 2006 году. По мнению его художественного руководителя Алексея Серова, успех спектакля напрямую зависит от того, возникает ли в ходе представления взаимная связь между актерами и зрителями, некая электрическая дуга, насыщенная эмоциями и чувствами. И труппе театра установить такую связь удается, считают его поклонники. Коллектив знают и в областном центре, и за пределами нашей области, отметил губернатор Анатолий Бравко и пожелал молодежному театру дальнейших успехов. Театр, конечно же, это не досуг. Театр – это нечто большее, это целая философия. Я очень благодарен вообще всем, и режиссеру, и актерам, и билетерам, светотехнику, и всем работникам театра. И, конечно же, зрителям, которые, конечно, приходят, посещают и отдают дань уважения нашим уважаемым актерам. Потому что театр, конечно, заставляет любить, переживать, верить. И, конечно, от нашей вот этой суеты, которая ежедневно вокруг нас, немножко как-то вот нас отделяет. К Международному дню театра был приурочен показ «Записок сумасшедшего» по одноименной пьесе Гоголя. Новое прочтение классики, жанр спектакля Алексей Серов обозначил как «Гоголь-шоу», стало для многих зрителей откровением и открыло заново произведение великого писателя как суперсовременное. Виталий Кошелев, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».